يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات قابل التوبات الله 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 لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ассаляму алейкум, уважаемые братья и сестры, рады приветствовать вас на нашем телеканале Хази ТВ3, на передаче, которая посвящена этому священному и великому месяцу, месяцу Рамазан. И специально по этому поводу, с наступлением Рамазана, у нас сегодня в гостях уважаемый Худжатул-Ислам валь-Муслимин шейх Курбан. Ассаляму алейкум, шейх Курбан. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Вот, уважаемый шейх Курбан, на позапрошлых передачах мы обсуждали такие темы, как благие дела. Вы сказали, что благие дела приносят нам вечное блаженство. И также мы указали, кратко указали про битву Бадр, и также мы сказали, что имам Али имел немаловажную роль в этом событии. И также хотелось бы, конечно, продолжить этот разговор. Прошу вас, пожалуйста. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة ولا أدائه مجمعين إلى قيوم يوم الدين. Я приветствую дорогих зрителей. Мы говорили о том, что месяц Рамадан является месяцем чистоты, шахр тухур. Это тот месяц, в течение которого человек имеет возможность очиститься от всего, очиститься от всякой скверны, от грехов, от ошибок, от всего плохого, что числится за его душой. И также мы указали на один очень важный момент, который заключается, то есть как достигается эта чистота. Важнейшие средства достижения этой чистоты, это очень важно понимать. Дело в том, что когда мы говорим, ну, необходимо стремиться к чистоте, здесь есть разные средства, разные по эффективности, разные по своему действию. И как постигать, как достигать эту чистоту. И здесь мы, конечно же, мы можем... Я, если позволите, немножко отступлю и укажу на один очень важный исторический момент, заключающийся в том, что эта сторона вопроса, несмотря на то, что в Коране и в преданиях от его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, ясно и четко объяснена эта сторона вопроса, как достигать, какие самые важные средства достижения чистоты, несмотря на то, что все это ясно в исламе, но дело в том, что исторически так сложилось, что определенным людям этот вопрос был крайне невыгоден, и они стерли, они размыли этот вопрос в исламе. И поэтому сегодня, когда мы, и у меня в этом нет никаких сомнений, что большинство мусульман, к величайшему сожалению, которые сейчас слушают нас, они удивляются, откуда мы это берем, как это вообще понимать и откуда эта истина берется. То есть для них это звучит немножко незнакомо, а суть заключается в том, и это исторически так сложилось, и это определенные силы, определенные люди хотели отдалить мусульман, хотели отдалить людей от истины, и поэтому исказили эту сторону ислама, превратили ислам в нечто далекое, превратили ислам в нечто формальное, заповеди и положение шариата, исламского шариата, они сделали недействительными. То есть, как это выглядит? Представьте себе, что
человек читает молитву, но читает его без омовения. Придают забвению омовения, то есть сторону, как достигать чистоты, потому что омовение – это ритуальная чистота. Это самый первый шаг, это самый элементарный и необходимый шаг, который необходимо совершить, чтобы начать молитву, начать важнейшее богослужение в исламе. Таким образом, важнейшее богослужение в исламе зависит от ритуальной чистоты. Без этой ритуальной чистоты это богослужение, оно недействительно, несовершенно, и от нее мало пользы, если она вообще есть, эта польза. И поэтому представьте себе, что человека, людей заставили забыть об этой чистоте, а молитву оставили, все внимание обратили на молитву. И постоянно твердят о молитве, о молитве, о молитве. А омовение оставили в стороне. Так вот, как достигается чистота? Намного более важный вопрос. Почему? Потому что без этой чистоты даже молитва, важнейшая из богослужений, недействительна без этой чистоты. Но достигается эта чистота разными, то есть есть разные уровни этой чистоты. Самый элементарнейший, который является обязательным и без которого молитва просто недействительна, и даже внешне она недействительна. Даже это молитвой назвать нельзя, согласно исламскому шариату. Это ритуальное омовение, когда человек берет омовение. Но есть еще более важный вопрос, это вопросы любви, вопросы руководства, вопросы приверженности. Вопросы преданности. Преданности кому? Любви к кому? Приверженности кому? Исследования за кем? О чьем руководстве речь идет? Что за руководство? А речь идет о руководстве наместников Аллаха на земле, которые являются поистину очистителями. «Иннама юрииду Аллаху лиюдхиба анкум ридса ахляль бейт ва ютаххиракум татхира». Аллах хочет всего лишь удалить от вас скверну и очистить вас наилучшим очищением. Эти слова сказаны о наместниках Аллаха на земле. И также Всевышний говорит: «Ва анзальна алейку мина самаи маан тахура». Всевышний ниспослал с неба для вас чистую воду. Эта вода очищает. Эта вода очищает. Точно так же очищают и наместника Аллаха на земле. Ахляль бейт, о которых сказано в священном Коране, и также о которых сказано в преданиях, например, как сказано об имаме Хусейне, алейхиссалату вассалам, в его зиарате сказано: «Ашаду аннака тохрун тахирун мутахар». Воистине я свидетельствую, что ты являешься самой чистотой, ты являешься очищенным и очищающим, что самое важное. То есть именно посредством любви к имаму Хусейну, алейхиссалату вассалам, посредством приверженности к нему, посредством его руководства человечество очищается намного более глубоко, чем очищается посредством воды, которая также является очистителем. Также очищает человека, духовно очищает. «Тахурат бикаль билад» сказано. Посредством тебя очищаются города. Что это он подразумевает? То есть человечество очищается посредством тебя. Города имеются в виду жители городов, люди, живущие в этих городах, посредством Тахурат, очистились города посредством тебя. Конечно же, вне всякого сомнения, эти слова имеют намного более глубокие смыслы, которые мы сейчас не хотим затрагивать. Мы самое элементарное, что его светлость является очищением для всего человечества. И поэтому любовь к ним является важнейшим средством очищения, следование за ними. Их руководство, приверженность их руководству является важнейшим средством очищения. И именно к этому человек должен стремиться, в особенности в месяц Рамадан. То есть в месяц Рамадан нужно уделять внимание, в первую очередь, двум важнейшим вещам, двум ценностям, которые его святость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, под себя оставил. Это священный Коран, потому что его святость сам сказал незадолго до ухода из этой жизни, Его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, изволил сказать: «Инни тарикун фейкум ас-сакалейн». Воистину я оставляю среди вас две ценные вещи, две тяжелые вещи. «Китаб Аллахи ва итрати ахль бейти». Книгу Аллаха и мое потомство, мой ахляль бейт. Как мы сказали, ахляль бейт, согласно священному Корану, «Иннама юриду Аллаху лиюдхиба анкум ридса ахляль бейт ва ютаххиракум татхира». То есть это те люди, которых Всевышний
Очистил. Это очищенные и очищающие. И поэтому в этот месяц необходимо очищаться, необходимо стремиться к познанию этих двух вещей. Священный Коран и Ахляль Бейт. Они не разрывны друг от друга, как сказал сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, его светлость изволил сказать, что они не разойдутся друг с другом, пока не примкнут ко мне в раю, в будущей жизни, у источника Аляль Хауды. И поэтому нужно стремиться к этому. И важнейшим средством очищения, то есть, является именно любовь и стремление к его, к Ахляль Бейт, к этим наместникам Аллаха на земле. И имеется предание от непорочных, в которых говорится, что чтобы Всевышний очистил человека, то есть очищение человека. Мы чуть позже коснемся, что за очищение и как это очищение влияет на человека, как и влияет на будущее человека. Мы чуть позже, если у нас хватит времени, мы коснемся этого вопроса. Но в предании сказано, если человек хочет очиститься, и таким образом достичь степени, где он любит Аллаха, по-настоящему любит Аллаха, и Аллах его любит, если он хочет этого достичь, то он должен полностью предать себя, должен предаться руководству наместников Аллаха на земле. Он должен познать их положение, понять, что они из себя представляют. Мы игнорируем этот вопрос очень часто. Даже мы, те, которые привержены так или иначе руководству Ахляль-Бейта, алейхим салат ва салам, наместников Аллаха на земле, но так или иначе мы немножко проявляем в этом халатность. И большинство из нас, к величайшему сожалению, на самом деле не понимают, что из себя представляют эти люди. И на самом деле, каково их положение. То есть, эта точка зрения и приверженность этим наместникам Аллаха на земле превратилась немножко в формальную точку зрения, формальные убеждения. На самом деле, они должны играть роль в жизни человека. И поэтому необходимо стремиться к их познанию. И познав, и предавшись им, человек сможет достичь этого очищения. Я приведу это предание от имама Саадыка, алейхиссалату вассалам, который изволил сказать собеседникам. У нас перерыв, время закончилось. У нас в запасе еще одна минута. Я думаю, лучше тогда сейчас, чтобы не прерывать чтение предания, уже прерываться. Давайте тогда прервемся на несколько минут, после чего мы вернемся. Уважаемые телезрители, прошу вас не отходить от ваших телеэкранов. Мы вернемся буквально через несколько минут. Снова ассаляму алейкум, уважаемые братья и сестры. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях уважаемый Худжатул Ислам Валь-Муслимин шейх Гурбан. И вместе с шейхом Гурбаном мы до паузы рассказали, что... То есть шейх Гурбан нам сказал, что нужно стремиться к познанию Ахли-Бейт, и именно с помощью них можно достичь того уровня очищения. И уважаемый шейх Гурбан также хотел привести в пример хадис, на что у нас времени не хватило. Хотелось бы, чтобы вы нам сейчас уже об этом рассказали. Да, в предании имам Садыка, алейхиссалату вассалам, обращается к Абу Халиду. Его собеседником является Абу Халид.
Его светлость говорит, здесь есть несколько очень важных моментов, которые прослеживаются в этом предании, на которые я хочу указать и отдельно подчеркнуть. Его светлость говорит, «Валлах я Абу Халид, клянусь Аллахом Абу Халид, ла юхиббуна абдун, ва ятаваллана, хатта ютахир Аллаху кальба». Никто не полюбит нас, кроме как Всевышний очистит его сердце. То есть каждый, другими словами, каждый, кто полюбит нас, будет очищен Аллахом. На что я хочу подчеркнуть? Очищение является делом Всевышнего. То есть «Ютахир Аллаху кальба». Это Всевышний очищает. То есть очищение, само очищение от нас не зависит. Это дело Всевышнего, это Всевышний очищает нас. Но что же от нас зависит? وَلَا يُتَحِّرَ اللَّهُ قَلْبَ عَبْدٍ حَتَّى يُسَلِّمَ لَنَا وَيَكُونَ سِلْمًا لَنَا. Но Всевышний не очищает сердце своего раба, кроме как того раба, того из них, кто подчинился нам и находится в мире с нами, кто предался нам, кто предался и подчинился нам. Именно вот этот мир и вот это вот предание самого себя этим наместником Аллаха на земле, именно вот это является делом человека. Человек должен предать себя Ахляль-Бейт, алейхиссалату вассалам. То есть вы сказали, что только Аллах очищает. И из этого понятно, что как бы Ахляль-Бейт является только средством, с помощью которого мы можем достичь очищения. Конечно, вне всякого сомнения. К сожалению, и опять-таки напомню то, что я сказал в самом начале, что есть немножко дикое понимание ислама у нас. Дикое в том смысле, что... Что вы подразумеваете под это? В том смысле, что мы кораническое учение, учение сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, мы ее предали забвению. Нас на самом деле подвели к тому, чтобы мы предали это забвению. Мы неправильно понимаем, что такое на самом деле халиф Аллаха на земле. Мы этого не понимаем. И большинство мусульман, если вы ему спросите, кто халиф Аллах, и что из себя представляет халиф Аллах, почему халиф Аллах, он не сможет ответить, он вообще не поймет, о чем вы говорите. Это я неспроста привел пример с молитвой и омовением. Это подобно этому. Почему? Потому что враги ислама, враги человечества, враги мусульман сделали все, чтобы предать забвению очиститель. То, что является очистителем, подобно омовению. И они это делают под каким предлогом? Под каким предлогом? Под предлогом того, что молитва является важностью. То есть сама важность заключается именно в самой молитве. Они говорят, зачем вы обращаете внимание на омовение, зачем все это, зачем, оставьте это в стороне, главная молитва. То есть они заставили нас забыть и предать забвению очиститель, коим является Ахляль-Бейт, и что я сейчас сравниваю с омовением, с водой, которая, потому что и то, и другое является очистителем, и сконцентрировали и полностью обратили наше внимание к молитве, но при этом что из себя представляет Ахляль-Бейт как очиститель? Это средство, с помощью которого все наши деяния обретают особую ценность перед Аллахом, перед Всевышним. То есть враги ислама как бы постарались сделать так, чтобы люди обращались прямой к Богу. Да, абсолютно верно. То есть они под предлогом того, что Всевышнему нужно к Всевышнему обращаться, они зачеркнули, они предали забвению, они размазали представление о халифах Аллаха на земле, в то время как это является частью коранического учения. Всевышний сам говорит «Инни джаилун филь арды халифа», «Я всегда», этот аят переводится как «Я всегда устанавливаю на земле халифа». Ну вы спросите, я это разъясню, потому что уверен, что очень многие не понимают мудрости. Это не моя задача, и я не должен это разъяснять. Достаточно того, что Всевышний говорит в священном Коране. А в чем мудрость того, что он назначает халифа? Это уже отдельный вопрос. Да. Главное то, что Всевышний говорит об этом, говорит о том, что
Инне джаилун фил арды халифа. И помимо этого имеется множество преданий от его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, на перечисление которых просто уйдет огромное время. Его светлость, например, то же самое предание, где его светлость говорит, что тот, кто не познал имама своего времени, умер невеждой, умер митатан джахилия, то есть смертью времен невежества. То есть времена невежества — это времена идолопоклонничества. То есть мусульманин, который не познал своего халифа, не познал своего имама своего времени, халифа Аллаха на земле своего времени, потому что Аллах во все времена устанавливает халифа. «Инни джа илун фил арды халифа». Это построение этого предложения об этом свидетельствует. Так как же мусульманин, который поклоняется Аллаху, обращается к Аллаху, читает молитву, как же этот мусульманин умирает смертью многобожника только потому, что не познал имама своего времени? В чем эта мудрость заключается? А мудрость заключается в том, что эти люди являются примером для человечества. Как сказано в Священном Коране, «Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана». В послании к Аллаху имеется прекрасный пример для вас. То есть посланник Аллаха, который был одним из и совершеннейшим из наместников Аллаха на земле, он был ниспослан человечеству в том числе для того, чтобы быть примером. И в Священном Коране сказано, что мы ниспослали тебе дух от нас. Мы ниспослали тебе дух от нас. А что было ниспослано посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? Коран был ниспослан. То есть, по сути, Коран – это дух посланника Аллаха. То есть, первейшим Кораном, мы чуть ранее говорили об этом на одной из предыдущих передач, говорили о том, что посланник Аллаха является говорящим Кораном, настоящим Кораном. И поэтому те люди, которые являются коранитами и отрицают посланника Аллаха, не хотят следовать за его словами, за его сунной, за его поступками, за его делами, они, по сути, не являются коранитами, потому что настоящим Кораном, как сказано в Священном Коране, в самом Коране сказано, настоящим Кораном является именно посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И он является прекраснейшим примером для подражания. Можем ли мы подражать самому Аллаху? Вопрос. Подражать? Нет, конечно. Почему? Почему мы не можем подражать самому Аллаху? Так, не имея даже представления о том. Потому что это существо абсолютно неравное нам. Мы должны следовать за совершенным, но человеком. Брать пример у совершенного, но человека. У человека должны брать пример, за человеком должны следовать, потому что у Бога нет тех нужд, которые имеются у нас. Есть у него такие нужды, которыми... Нет. Как мы можем в этих вещах следовать за ним, за Аллахом? Да. И поэтому Всевышний, он мудр, он указал человечеству... «Инна алейна ляль-худа», сказано в Священном Коране, «на нас». Мы обязаны наставлять человечество. Всевышний говорит: «Я обязан, инна алейна ляль-худа», на нас лежит обязанность наставлять человечество. Наставлять лежит на нас, эта обязанность. И одним из видов наставления является представление примера. Вы скажете: «Ну хорошо, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который жил полтора тысячелетия назад, был примером для подражания. Вот он является для нас ничего подобного». Почему? Потому что этот пример он должен иметь, во все времена должен быть. И именно поэтому Всевышний говорит: «Инни джаилун фил арды халифа». Я во все времена устанавливаю. И это мудрость Аллаха. Потому что мы не можем следовать за Всевышним. Они являются, помимо того, что являются примером для подражания, помимо этого, они являются связью между человечеством и Всевышним, потому что у человечества нет связи с Богом в этом мире. Вот, уважаемый шейх Курбан, хотелось бы, чтобы вы кратко еще объяснили, пожалуйста, чем же обладает, какими особенностями и качествами обладает халиф? Да, вот как раз это может быть ответом на этот вопрос, что халиф, как, например,
совершеннейший из халифов, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он имеет связь с Богом, он получает откровение от Бога, имеет связь. И как следствие он знает о желаниях Всевышнего. О желаниях Всевышнего. О желаниях Всевышнего каждый человек знает? Нет. Например, каждый ли человек знал до того, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, разъяснил этот вопрос, каждый ли человек знал, что Всевышний хочет, чтобы человечество просыпалось на утреннюю молитву и совершало два ракиата молитвы? Знал ли человечество? Конечно. То есть мы о каких-то вещах знаем прекрасно, знаем, что Всевышний не хочет, чтобы мы пачкались, убивая людей, не хочет, чтобы мы воровали и множество других грехов совершали. Об этом человечество знает и без откровения. Но есть вещи, которые приводят человека к наибольшей, к высшей степени совершенства. Вещи, возможно, не такие значительные, возможно, не такие глобальные, но в совокупности они играют величайшую роль в жизни человека. Например, что-то хорошее начинать с правой стороны. Например, питаться правой рукой, например. Эти вещи человечество само без откровения, без этой связи с самим Всевышним, оно не способно. Но эти действия играют роль в духовной возвышенности, в духовном возвышении человека. И халиф обладает этим качеством. Он назначает самим Аллахом, сам Всевышний назначает. Сам, как сказал его святость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он начинал свою миссию, свою пророческую миссию, к нему поступали такие предложения, что мы тебе начнем помогать в распространении твоей религии, а ты в обмен на это, как благодарность за это, после своей смерти назначишь своим наместником, назначишь своим преемником одного из нас. Но его святость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, отвечал ровно то, что сказано в Священном Коране. В Священном Коране сказано, Всевышний сам лучше знает, где устанавливать свою миссию, где устанавливать свою миссию, кому поручать это дело. И поэтому его святость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, что отвечал тем, что сам Всевышний, это в руках Всевышнего, это не в моих руках. И поэтому халифа Аллаха назначает сам Аллах. Это исследует из того, что даже следует даже из того, что мы говорим халиф Аллаха, мы говорим наместник Аллаха. Ну как тот, кто не назначен самим Аллахом, может быть его наместником, может быть его халифом? Это во-первых. Во-вторых, халиф Аллаха имеет связь, и эта связь нужна. Люди должны обращаться к халифу, должны обращаться во все времена к наместнику Аллаха, чтобы узнать, чтобы понять, чего от них требует сам Аллах, чего хочет Аллах, каких действий в то или иное время, в конкретной той или иной ситуации Всевышний от них желает. Чтобы таким образом Всевышний наставил человечество. «Инна алейна ляль-худа», сказано в Священном Коране, на нас лежит обязанность наставлять. И поэтому, конечно же, именно поэтому, возвращаясь к хадису от имама Садыка, алейхиссалату вассалам, именно поэтому в этом предании сказано, что любовь к ним на самом деле является любовью к самому Аллаху, они являются его наместниками на земле. Именно любовь к ним служит причиной, любовь к ним является средством, средством постижения чистоты, средством, посредством которого, через которое Всевышний очищает человека и дарует ему самой высшей степени, духовной степени перед собой, самой духовной степени в раю, в будущей жизни, в вечности. Дарует им любовь к самому себе, дарует им блаженство вечное. Большое вам спасибо, уважаемый шейх Курбан. Надеюсь, что наш с вами разговор был максимально полезен для наших телезрителей. Ну а мы с вами на этом прощаемся. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракатух. Ну а вам мы желаем, уважаемые телезрители, в этот великий и священный месяц силы, терпения. И также хотели бы сказать спасибо
и поблагодарить вас за проявленный вами интерес к нам. А на этом мы с вами прощаемся. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات